14 августа сотрудники автосервиса «БАМГАЗ» приняли участие в акции «Эстафета добра», проводимой благотворительным фондом «Чистое сердце», главной целью которой является помощь семьям малоимущим. Управляющий автосервиса Маджид Хажимурадов от лица всего коллектива автосервиса выразил благодарность фонду «Чистое сердце» за организацию и проведение такого рода мероприятий. Сегодня совместно с благотворительным фондом «Чистое сердце» мы решили поучаствовать в акции, которую постоянно проводит фонд «Чистое сердце», это эстафета добра. Также мы призываем всех руководителей автосервисов подхватить эту эстафету. Мы ее передаем следующим, тем, кто возьмет ее. Потому что на сегодняшний день очень много семей, которые нуждаются в нашей помощи. Если у вас получается, я призываю всех помочь. Также мы у себя в офисе сделали собрание со всеми мастерами. Решили, что мы все скинемся, соберем определенную сумму и поможем семьям. Каким семьям помочь, нам в этом всем помогает «Чистое сердце». За это им тоже отдельное спасибо. Мы можем в любое время к ним обратиться, они нам говорят, кому, что и сколько. Также Маджид отметил, что автосервис «БАМГАЗ» постарается принимать участие и в дальнейших акциях, проводимых фондом «Чистое сердце». Курбан Гериханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».